у сверточного слоя есть несколько параметров. Мы их уже все рассмотрели, но давайте их повторим. Это паддинг, это сколько нужно добавить к картинке нулей, для того, чтобы начальное положение свертки находилось в левом верхнем углу исходной картинки. Дальше, у свертки есть значение stride, то есть сколько пикселей нужно пропустить, прежде чем посчитать следующее значение. Stride может задаваться как по x, так и по y. То есть, например, по x мы можем делать stride 10, а по y stride 2. Паддинг тоже можно задавать по x и по y разный. Кроме того, у свертки еще есть два обязательных параметра. Это количество входных каналов, то есть количество каналов, которые подаются в свертку, и количество выходных каналов, то есть какое количество каналов должно быть в выходе из свертки.